Привет всем! С вами Ирина на канале об алмазной вышивке. И сегодня я хотела бы вам продемонстрировать, как я облегчаю себе жизнь, используя линейку для квадратных страз, чтобы линии были ровнее. Итак, эта линеечка, я ее приобрела на AliExpress, она стоит около $7. Вот, и, в общем-то, мне процесс сам нравится, используя эту линейку. Вот, хотела бы сказать, что желательно выложить вот по периметру своего рабочего места, по периметру, может быть, так 1 сантиметр уменьши линии из страз. Вот, и на них уже класть линеечку. Главное, что совпадали вот линии на полотне с отверстиями в линеечке, и вкладывать вот эти стразики, вот сейчас вам покажу, вот в эти отверстия, и будет слышно соответствующий такой звук кликающий. Вот. Так, я закончила. Вот, я стараюсь пальчиками вот так внутрь вот эти квадратики проталкивать. Вот, и понемножку отрывать. Видите, с этой стороны, с левой стороны легче это делать, потому что у нас есть бортик. Бортик из квадратиков. Поэтому я вам говорю, что вначале, перед тем, как начинать, приступать к работе, вот, делайте бортик. Вот, вот так по периметру. Вот, и кладете линеечку сверху и начинаете выкладывать стразики. Вот, смотрите, с этой стороны, как все отлепляется. Иногда стразики остаются на линеечке, но их немного. Вот смотрите, я стараюсь пальцами протолкнуть вот так вот и открывать. Нужна сноровка, то есть не всегда сразу будет получаться у вас. Вот, я постараюсь. Вот видите, уже стразик отлетел. Выглядит, конечно, не очень, но... Так, что могу поделать? Окей. С этой стороны... Вот так, все, почти закончила. И теперь, тогда смотрите, что у нас получилось. Сейчас я возьму камеру. Извиняюсь. Вот как видно все. Посмотрите, некоторые стразики, конечно, они сместились, но ничего. В основном вы видите результат. Ровненько все. Можно их подвигать и... В общем-то, результатом я довольна. И потом уже вот в эти места, где не достает, вот в эти места уже будете сами вкладывать там в шахматном порядке. Вот. Квадратики остальные. Ну вот. Это такое небольшое видео. Хотела вам показать, что я использую вот эти квадратные линеечки. Еще я ожидаю сейчас, правда, в транзите линейка с круглыми. Линейка для круглых страз, вот, и мне кажется, линейка для круглых страз легче пользоваться. Я видела на Фейсбуке, вот, девчонки показывали результат до того, до использования линейки, и с использованием линейки вообще с линеечкой все так ровно, красиво, прям профессионально, вот. Ну, в общем-то, вот эта линеечка, я не знаю, я могу вам дать ссылочку на нее. Опять же, я до этого показывала свое видео, и там у меня были ссылочки на вот эти всякие аксессуары. Вот, также вот такие ручечки я использую, также я использую ручки. Вот, в наборе было 6 таких ручек разных, и использую я офисный пластилин, он такого белого цвета. Вот, его надо совсем немножко, и, в общем-то, его хватает надолго. Ну вот, наверное, я буду заканчивать свое видео.
Ну вот, я надеюсь, оно вам пригодилось. Было интересно посмотреть. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.